Привет, я Леонард Свойн, и я хочу представить вам Alienware M17X, который я считаю следующим шагом в эволюции игровых ноутбуков. Это самый мощный из ноутбуков Alienware весом до 10 фунтов и единственный оснащаемый экраном 120 Гц с разрешением Full HD, который обеспечивает потрясающие возможности стереоскопических 3D-игр. С этим экраном вы не просто наблюдаете за действием, а находитесь в его центре. Чтобы дать вам непревзойденное погружение в игру и производительность, мы разработали систему, оснащаемую самыми мощными видеокартами из присутствующих сегодня на рынке. Вне зависимости от того, какую игру вы выберете, вы сможете играть в нее в полном разрешении с высокими настройками, выбрав одну из наших опций дисплейной графики. Все графические адаптеры Alienware M17X используют самую современную графическую память GDDR5. А для того, чтобы звуковое сопровождение соответствовало визуальному, M17X оснащается звуком THX 3D Surround и звуковой картой Creative Sound Blaster Recon 3DI. Если вы ищете наилучшую возможную производительность, в M17X вы найдете 4-ядерный процессор Intel Core i7 третьего поколения. Кроме этого, максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ. В новом поколении ноутбуков Alienware могут использоваться диски SSD с интерфейсом mSATA, конфигурации с двумя жесткими дисками или RAID-массив для больших объемов данных или их безопасности. Вы можете выбрать конфигурацию с диском SSD, при этом диск mSATA будет использоваться для загрузки системы. Кроме этого, оснащенные дисками SSD игровые ноутбуки Alienware обеспечивают высокую скорость доступа к данным. Ноутбуки Alienware облачены в пластик Soft Touch в черном или красном вариантах. Игровые ноутбуки оснащаются всеми необходимыми портами, включая USB 3.0, HDMI, VGA, а также комбинированный порт eSATA USB. С функцией Alienware PowerShare вы можете заряжать подключенное оборудование даже тогда, когда сам ноутбук выключен. Кроме этого, имеется вход HDMI, позволяющий смотреть контент с различных HD источников, проигрывателя Blu-ray или игровой консоли, такой как PlayStation 3 или Xbox 360. Таким образом, вы можете использовать игровой ноутбук M17X в качестве экрана или колонок. Мы также оснастили ноутбук веб-камерой 2 мегапикселя, 2 цифровыми микрофонами, гигабитным интернетом для высокой скорости интернета и индикатором состояния заряда аккумулятора. На нижней стороне ноутбука находится табличка с именем, которую вы выбираете при покупке ноутбука. И, наконец, вы обратите внимание на нашу клавиатуру и 9 зон подсветки. С использованием программного обеспечения Alienware Command Center вы получите доступ к широкому выбору тем для персонализации системы по вашему желанию. Вы даже можете выбрать различные темы освещения для отдельных системных событий. Например, для переполучения электронной почты ваша клавиатура может мигать желтым цветом. В последней версии Alienware Command Center мы представили Alien Adrenalin. Этот модуль позволяет вам создавать ярлыки для активации заранее определенных профилей, которые вы можете настроить отдельно для каждой игры. Например, при запуске той или иной игры вы можете задать загрузку определенной темы подсветки, запуск дополнительных программ, например, для общения по сети во время игры. С помощью Alien Touch вы можете настроить чувствительность тачпада, опции нажатия и перетаскивания и другие опции. Также тачпад можно и отключить, если вы пользуетесь мышкой. Кроме этого, в Alienware Command Center вы найдете Alien Fusion, удобный модуль управления, предназначенный для настройки производительности, эффективности и продления и без того продолжительной жизни аккумулятора. Если вы ищете мощную портативную игровую систему, подходящую для самовыражения и демонстрации того, как вы играете, имеющую возможность игр в 3D-стереоформате, Alienware M17X — это то, что вам нужно.